В Надеждинском районе в мае откроют оптово-распределительный центр «Приморский». Здесь будет все для хранения, предпродажной подготовки, распределения и реализации товаров. Торговое пространство, которое совсем скоро обещает превратиться в один из самых востребованных продовольственных рынков региона, посетил губернатор Олег Кожемяка. Двинуться дальше. Новым успехом. Здесь там лесные, рыбные, да? Да, здесь бакалея, кулинария, рыба вон там у нас в самом начале, там будем еще ставить аквариумы. Я хочу сказать, что это, наверное, сочетание вот всего, что мы долгие годы хотели видеть, когда возможность фермера приехать, положить свою продукцию на хранение, вот, то есть выйти на торговую сеть без посредника, при желании продать ее здесь, вот, в достойном месте хранить и быть уверенным, что у тебя ее купят. Купят, причем по той цене, по которой ты поставил. Новый оптово-распределительный центр, по словам губернатора, станет настоящей точкой притяжения сельхозпроизводителей, бизнеса и населения, заинтересованного в приобретении местной продукции. Очень радостно, что такой проект создался, в общем-то, по программе Минсельхоза. Молодцы ребята Надеждинского района, кто создал такой проект, оптово-распределительный центр, назвали его «Приморский». Вот поэтому я думаю, что здесь будет удобно всем, и сельхозпроизводителям, и жителям, и владельцам целой сети розничных магазинов, кафе, всем, чтобы продукция фермерская дошла до потребителей, до жителя Приморья. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.